Не спросить, что такое дон? Дон, это для связки слов говорю, все. Короче говоря, бывает, короче говоря, вот то же самое дон для связки слов. Я уверен, что огромное количество россиян это интересно. Да. Ну, чтобы они знали, это такого значения не имеет, просто для связки слов, там, говорю, да. И это, ну, это и акцент, что я чеченец, но вот это тоже обозначаю, да, этим, вот так, и больше ничего. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не другие. Наконец-то озвучен ответ Кадырова на вопрос, который интересует очень многих. Я сам задавал ему, кстати говоря, этот вопрос во время командировки в Грозный, когда мы записывали спецвыпуск «Важные персоны». Был такой у меня проект на канале «Москва-24». Но из-за соображений Хрона просто посчитали несущественным эту деталь. И в эфирную версию он не вошел. Видимо, зря. Вопрос интересует. Знаете, есть такая присказка, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А вы, как сами считаете, вы совершали ошибки политического характера? Ну, вот сегодня я вот как раз бегал, вот клянусь, я бегал, думал, вот почему народ такой там, всегда ищут ошибок там, тех людей, которые днем и ночью ради них служат. Будь он министр федеральный там, или президент, или парламент, депутат. Вот все ищут недостатки. Вот мало кто вот сидит в соцсетях там вот и говорит о его хороших качествах. Вот если там сразу вот что-то не так получилось, вот или его президент поругал, или сделал замечание, все радуются, все пишут, о, какой там был такой серьезный разговор, как его он это. Нет, вы там представьте, вот если мне сказать, чтобы я работал в правительстве Российской Федерации, это убийственно. У них абсолютно личной жизни нету. Сколько перелетов, сколько совещаний, сколько объем работы. Это просто невероятный объем работы. И столько работают главы субъектов, большинство я имею в виду, которых я знаю днем и ночью ради государства, ради народа. И когда что-то там не то сделал, сразу салам алейкум, его убивает. Конечно, вот, я недоработки свои вижу, когда проходит время. Ну, ошибок таких, я считаю, что я не допускал бы. Ну, были недоработки там. Вот, если вот подумать сейчас о каких-то элитных там вопросов, я поступил бы по-другому чуть-чуть. Ну, одна ошибка учится. Правильно, как да. Говорится.